Благодарим Тебя за кровь святую, за жизнь вечную, через Твою великую любовь, Твой дар вечной жизни. Благодарен Тебе, мой Бог и Царь, за эту честь сегодня быть с моими братьями и сестрами здесь, в церкви, Наисвятейшей святыне. Благодарен, Боже, за эту честь сегодня делиться Словом Твоим. И мы омыты кровью непорочной Твоей, Господь, чистой Божеской. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам жизнь, дыхание и все. Тобой мы живем и движемся, и существуем. Тебе вся слава в церкви, во все роды. Тебе вся слава, честь и хвала, наш Бог и Царь, благословенный во веки веков, за жизнь вечную, за спасение, исцеление, обогащение Твое, благословение Твое через кровь Агнца Твоего, нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Тебе, наш Бог и Царь! Посети виноградник сей сегодня и благослови великий виноградник своим отцовским благословением. Благословенный Бог наш, отныне и во веки. Аминь. 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 Слава Иисусу Христу. Слава на веки Богу Святому. Аминь. Спасибо музыкантам, спасибо певчим. Да, братья и сестры, для меня честь сегодня быть снова с вами, разделить эту радость с вами, общение, утешиться нашей общей верою и прославить вместе Господа Иисуса Христа. Слава Богу! И благословляю, как говорится, паки-паки, пастора Сергея, его семью, его дом, пастора Софию, ее дом, и всех братьев, сестер благословляю, кто присутствует и кто не смог быть сегодня с нами здесь, в этом собрании. Благословляю во имя Господне. Привет сразу передаю от моей семьи. Вчера разговаривал как раз по скайпу и просила и супруга, и дети передавать привет. И даже внук передавал привет. Слава Богу, да. Пока, да. Передам обязательно. Да, значит, и так что примите горячий такой христианский привет. Слава Богу. И сегодня они тоже молятся, вот, и совершают тоже причастие. Сегодня у нас такое там дома общение хорошее. Вот, а здесь делюсь Словом Божьим сегодня, Словом Господним, и хочу вот это послание сегодняшнее озаглавить вот такими словами, созвучие которых очень на слуху у многих. Я назову это послание, знаете, как «Благодатный огонь». Вот я думал, молился тоже, и, знаете ли, как же вот это откровение, то, что он помещает в сердце, как его охарактеризовать, как его преподнести. И знаете, вот эти слова, они все вертелись у меня на уме, я думаю, а я и так назову это послание. «Благодатный огонь». Тем более, что недавно было как раз, я участвовал в радиопрограмме одной, светское радио, но там есть христианская программа. Само радио в США находится, радиостанция, но по скайпу вот так вот мы соединялись, и я участвовал у них там в программе, значит, вместе с Евгением Волосевичем. И я как раз отвечал на вопросы и смотрю, что действительно людям интересно узнать действительно о настоящем, божественном. И, дамы и господа, братья и сестры, я, конечно, буду говорить не о всевозможных подделках, там, человеческих или бесовских,
Я буду говорить о настоящем благодатном огне. Не о тех, о которых там в СМИ порой трубят, не о том, что якобы там на Пасху сходят, там якобы, значит, нерукотворный какой-то огонь там и прочее, прочее. Это все ереси, которые ничего общего не имеют с христианством, ни с православием. Это все, знаете ли, околоцерковные ереси, которые благодаря КГБ и РПЦ стали достоянием общественности в конце 80-х годов. И, в общем-то, на самом-то деле подобные ереси, они, знаете ли, наверное, свойственны падшему человеку в целом. Потому что человечеству свойственно отпадшему от Бога, знаете ли, такое некое шоу, некое внешнее такое проявление, которое бы их зацепило. Свойственно, знаете ли, гоняться за какими-то чудесами, вымышленными, ложными, щекочущими нервы. Но настоящие Божьи чудеса, они, конечно, да, они могут иметь тоже интернет-шоу, они могут действительно быть такими очень зрелищными, но чаще всего настоящие Божьи чудеса, они не так заметны, они не так явны, но они настоящие, правда, что? Знаете ли, как, допустим, и вот товары, которые действительно, если они качественно, да, правильные, то их даже и рекламировать особо и не надо. Люди умные так понимают, что это действительно качественные, правильные, хорошие вещи. А те, которые не распродаются, те, которые, знаете ли, вот на потеху народу, и чаще всего это совершенно неправильные, ну, как бы некачественные, вот они требуются в больших рекламных кампаниях таких, знаете ли. Вот. И вот так же в духовном мире, только в еще большей степени, чем даже в физическом мире. В физическом мире это все очевидным становится, но в духовном мире наипаче. Дело в том, что вообще, по большому счету, то, что мы видим в физическом мире, это некая проекция того, что есть в духовном мире. И порой это некое такое, знаете ли, подобие, жалкое подобие, а порой великое подобие того, что есть в духовном мире. И я, читая Евангелие, сегодня у нас воскресенье. Я хочу прочесть, начать именно с этого. Я хочу прочесть из Евангелия от Луки, 24 глава, где как раз и говорится о чуде воскресения. Вот тот самый день, первый день недели, когда женщины пришли помазать тело Иисуса, и когда они пришли, тело не нашли. И им явились двое, это были ангелы, так понимаю, действительно, небожители. Они пришли в виде человеков, и эти двое были в блестящих одеждах. И они сказали им, интересно, в самом начале этой главы, весь этот рассказ. И они сказали в 6 стихе, 24 глава Евангелия от Луки, в 6 стихе, эти явившиеся в блистающих одеждах сказали, в пятом стихе, что, конец пятого стиха, что вы ищете живого между мертвыми? И дальше шестой стих. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, дальше в седьмом стихе написано, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человека грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И в восьмом стихе написано, и вспомнили они слова Его. Но дальше, друзья, в этой главе рассказывается, что женщинам не поверили. Вот интересно, когда настоящее Божье чудо, да, очень часто неверие такое. Вот я замечаю, когда вот подножный какой-то, да, то такая сильная вера в народе. Почему-то сорняки, допустим, специально сажать не надо на огороде, да? Просто брось огород, не сажай ничего, не возделывай, и сорняки сами собой вырастут. После проклятия, в результате проклятия, терни и волжцы, они сами собой растут. А вот что-то хорошее вырастить на огороде, нужно прилагать усилия. Нужно сажать, заботиться об этом хорошем. И вот Божье чудо, да, казалось бы, ученики, апостолы,
не поверили. Но слово прозвучало. И вот двое из этих учеников, они размышляли. И написано, чуть дальше, в этой же самой главе, написано, в 13 стихе, «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях». Прервусь. Чуть. Друзья, когда в библейской традиции вообще говорится в слове, когда говорится «из Иерусалима», то это чаще всего означает как раз именно отступничество или же ну, отпадение и прочее. Когда «в Иерусалим», то это означает как бы вот восстановление, возрождение и прочее. Символика такая библейская есть такая. И здесь действительно и по смыслу всего прочитанного, и, значит, и по библейской символике мы видим, что эти люди были разочарованы, да, и они ушли, они шли из города, наверное, опасались этих арестов, облав и прочее, страхи всякие были. Шутка ли, учителя убили, распяли ни за что, осудили. Конечно, читать это все одно, но каково было переживать это все ученикам, тем более, даже не просто смерть учителя, а вот эти разочарования. И написано, и когда они разговаривали в 15 стихе, и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Вот действительно, глаза порой удерживаются, да? Порой ищешь вещь, она вот под носом лежит, и не видишь. Потом раз, как будто, о, открылись глаза, ты видишь это. Ну, это такой упрощенный пример, да? А есть гораздо более серьезные вещи, когда Бог удерживает глаза. Порой не только одному человеку, но и целому сообществу людей, а порой целому народу. Бог удерживает глаза, а потом открывает что-то. И вот очень важно нам иметь действительно правильный взгляд, видеть все, как есть. А видеть правильно мы можем только лишь во Христе Иисусе, только лишь в Боге, только лишь в Духе Божьем. Здесь они видели Учителя, но они так и не узнали Его. Они слышали Его, но так и не узнали Его. Интересно, да? Конечно, Иисус был мастер конспирации. Да, если там кому-то там из артистов сказали «не верю», то ему точно сказать бы «верю». Но дело не в его даже способностях артистических, да, перевоплощения. Дело в том, что действительно были удержаны глаза, закрыты были глаза. Он же сказал им, о чем вы, идя, рассуждаете между собой, и о чем вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» Он сказал, «О чем?» Они сказали ему, «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тела его, и придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он пошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, и он стал невидим для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам по дороге и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим,
и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Аминь. Друзья, история, вот чем она меня цепляет, что даже если глаза они не видят и закрыты, но сердце не обманешь. Слушайте, они потом задним умом вспоминали все, задним числом вспоминали, и они как говорили, что они горели ли в нас сердце. То есть сердце их подсказывало, хотя их глаза были закрыты, они не узнавали его. Их, я так понимаю, и уши были закрыты, потому что они и не услышали его, будем так говорить, ни по голосу не узнали его. Но они кое-что сказали, не горело ли в нас сердце. Вот настоящий огонь, он горит внутри человека. Настоящий огонь горит внутри сердца человеческого. Да. Слава Богу! И настоящий огонь, Божий огонь, он горит внутри верующего человека. И этот огонь совершает работу. Если верующий человек будет внимателен к тому, что в его сердце, внутри него, это действительно, скажу так, будет победой. Потому что сердце Бог открывает для большой любви, для действительно Его благодати. Когда сошел Дух Святой на апостолов, уже Божий, Он сошел в виде этого огня, благодатного огня. Огня, который их не опалял, но который зажег их изнутри. И также эти ученики, вчерашние предатели, вчерашние, ну как вот эти двое, да, в Луке написано, но они из предателей, из отступников, из трусов, по крайней мере, они стали героями. Огонь, который действительно благодатный. И хотя он не такой, может быть, был видимый для людей, потому что даже когда собрались люди, вот в Деяниях там говорится, были возле этой горницы люди, но очень многим показалось, что просто это пьяная компания, такая еврейская вечеринка, вот пьяная, значит, вот и или утренник, точнее, даже еврейский утренник. Пьяные. Потому что на самом деле значит, они даже насмехались, многие насмехались и говорили, что они, видимо, напились, эти евреи, с утра пораньше. Вот, хотя странная очень история. Но многие задумались, не все были насмешниками там, а многие задумались. И те, которые услышали Слово Божье, чьи сердец Бог коснулся, те действительно зажглись этим святым благодатным огнем. Этот огонь веры, друзья, я так рассуждаю, вот он сквозь тысячелетия прошел. Этот огонь веры сегодня горит в сердцах людей. И вот еще хочу прочесть тоже из Нового Завета другой текст уже. Это из послания к римлянам апостола Павла, 12 глава, 11 стихе написано. Римлянам 12:11 написано: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Вот это вот, особенно «духом пламенейте», тоже очень сильно коснулось меня. «Духом пламенейте». Пусть Господь Бог благословит нас. Пусть Бог благословит. И даже если, скажу так, ураганы, бури, даже если какие испытания, этот огонь, он ничем не задушится никогда. Потому что этот огонь сверхъестественный. Этот огонь сделал такое чудо, что вот эти апостолы, я говорю, из, ну, по крайней мере, трусов даже, они все, по сути, отреклись от учителя своего. Но, знаете ли, они стали героями. Они шли, благовествовали, проповедовали Евангелие. Этот огонь сделал чудо такое, что в первые века христианства, когда наших старших братьев и сестер с вами, когда этих мужчин и женщин, юношей и девушек, порой потихи ради убивали на аренах Колизеев, когда их выгоняли на арену и выпускали львов. Знаете, это не просто, если бы я пока вышел, там, ждал внимания, что там мужчина с собачкой, маленькая собачка, ну, гавкает, но неприятно. А представьте, львы вышли, и явно не вегетарианские,
И явно пришли эти львы, выгоняют их, чтобы они сейчас съели нас. Но, друзья, этот огонь делает чудо. Христиане пели псалмы, пели гимны. Вот. И об этом масса свидетельств есть, потрясающих рассказов есть. Вот. До нас не так много дошло информации о тех далеких временах, но когда вышли уже христиане из подполья, когда церковь христианская уже, будем так говорить, легализовалась при Константине, Ликинии, при этих императорах, то свидетельства о тех временах, о тех гонениях частично были записаны и поэтому сохранились. Слава Богу! И мы знаем, что действительно христиане, они благословляли своих убийц. Много рассказов есть таких, которые за душу хватают. Там, один из... Не только были убийства верующих, но гонения были жесточайшие, конечно. Церковь прошла в то время очень серьезные испытания. Вот. И наших с вами старших братьев, сестер, первопроходцев, будем так говорить, да, римляне, как правило, не щадили. Один рассказ, чего стоит, вера, надежда, любовь, да, и матери Софии, да, девочек замучили, маленьких, несовершеннолетних девочек, да, одну за другой замучили. На глазах у матери заставляет отречься от Христа, а мама, вместо того, чтобы отречься, она, наоборот, дочерей воодушевляла и благословляла. И наоборот, говорила, чтобы они удержались Господа Иисуса. Чудо. Это не мог сделать никто, ничто. Только этот благодатный огонь, который горит в сердцах людских. Много других рассказов есть. Благословляем там братьев, когда и Господь благословит. Этот огонь совершает чудо. И даже сейчас он обжигает кого-то, да, он кого-то действительно, английский великий проповедник Чарльз Спердж, его называли Златоустом, это тоже протестантским Златоустом. Он говорил интересные слова, что когда Бог приходит, да, то это состояние сердец человеческих, оно обнаруживается. Он сравнил это с глиной и с воском. Мне этот пример очень сильно запал в сердце. Я его часто в библейских школах привожу как иллюстрацию. Потому что он сказал такие слова. Представьте, говорит, глина и воск в каком-то там полумраке, не знаю, в каком-то там помещении, допустим, сыром, темном, и то, и другое может быть одинаково, и на ощупь, примерно по состоянию. Но когда это выносишь на солнце, на солнечный жар из этого подвала, допустим, да, и когда это все на солнцепек прям выставляешь, то воском плавится, топится, а глина превращается в камень. И Бог, Он хочет благословить землю, Он хочет всем благословить, но когда Он приходит, сердца человеческие, скрытые, все обнаруживается, и у кого-то сердца окаменеют. Бог, написано, ожесточал сердце фараона. Не потому, что Бог не любил фараона, не потому, что Бог против был этого человека, не против он был этих египтян, нет, но просто сердца многих людей, когда он ближе, когда он, Бог, если можно так выразиться, далеко, то между верующим там, неверующим, состояние может быть такое, неясное, неопределенное, примерно одинаково, можно так выразиться даже, да, но когда Бог приходит в силе своей, да, то разница между благословляем людей во имя Христа Иисуса, несчастные люди, да, Бог хочет спасти всех людей, всех спасти, и тех, кто сегодня на Майдане, всех, кто сегодня там дорога перекрыта, смотрю, пусть Бог благословит. И единственное, пусть сердца не ожесточаются наши. Пусть наши сердца, они плавятся от любви Его, но не ожесточаются. Пусть этот огонь, он внутри нас, не делает нас каменистыми.
Вот, но пусть этот огонь, который в нас поселяется, он делает нас мягкими, наоборот, и чуткими к его благодати, к его Духу Святому. Вот, и иначе никак вообще, иначе просто верующий человек, он не сможет это поприще пройти. Я в этом убедился много раз, убеждался, убеждаюсь. Иначе ты не сможешь простить по-настоящему, не понарошку, а правду, чтобы простить. Вот так, чтобы, значит, осознавая прощение Божье, все прощения Божьи. Вот, и это действительно вот эта благодать, которая горит внутри человека. Знаете, и когда я Чарльза Спержена перечитывал его беседу, там он еще много других очень хороших сравнений привел, но вот это сравнение меня очень сильно коснулось. И вспомнил я из Писаний сердце фараонова. Фараон, написано, ожесточал свое сердце и раз, и два. А потом мы читаем, и Бог ожесточил его сердце. Почему? Потому что Бог стал ближе и ближе к Египту. Все приближался и приближался, и его жар был уже силен, его день восставал, поднимался над Египтом. И для кого-то его день, его присутствие стало тьмой. Представьте себе, так вы вдумайтесь, друзья, почти по всей территории Египта наступила тьма. Это при его присутствии, при его большем и большем присутствии, только лишь в жилищах народа его, доверяющих ему, любящих его, был свет, горел свет, сверхъестественный свет. Друзья, вот эти казни, наши египетские, не потому что, я понимаю это из Библии, не потому что Бог не любил Египет, нет. Нет, друзья, Он любит всех. Он доказал свою любовь, если до Иисуса Христа, до нашей эры, будем так говорить, еще человечество имело какое-то основание, будем так говорить, не доверять Богу, не доверять Его любви, сомневаться в Его любви, то уже с начала нашей эры, с момента распятия Иисуса Христа, уже никаких оснований, моральных оснований у человечества нет не доверять Богу, не доверять Его любви. Просто-напросто Он действительно один за всех заплатил эту страшную цену, цену своей крови. Однажды и навсегда, приобретя нам искупление вечное, однажды навсегда примирив с собой мир, не вменяя мне преступления их. Друзья, это величайшее благо. И сегодня, скажу, мы в преддверии Пасхи, конечно, мы приближаемся к Пасхе. Эти дни, когда миллионы-миллионы верующих разных конфессий, разных деноминаций размышляют о Пасхе, размышляют о празднике, но мы должны разуметь и понимать, что наша Пасха – это сам Иисус Христос. Это даже не просто красный день календаря, это не просто даже событие определенное даже, да, нет, это личность. Наша Пасха – это сам Христос, сам Иисус Христос. В древности, тогда, при Великом Исходе, когда Пасха впервые прозвучала, когда это совершилось, друзья, то тогда был Моисей, он был героем, он был действительно пророком Божьим, он был человеком Божьим. И он выводил всех, кто доверял ему, кто поверил Богу и кто поверил ему как посланнику Божьему, как Божьему помазаннику, будем так говорить, даже. Потому что он говорил, что пророка, как меня, возьмет Господь, его слушайте, указывая на Иисуса, как на Христа. Так вот, и тогда был Моисей, а сейчас сам Христос, сам Иисус Христос. И тогда Моисей в древности, он мог спасти, будем так вывести, лишь, во-первых, небольшое количество людей, во-вторых, это было только лишь вот там, в Египте. Друзья, сегодня Иисус Христос, Он выводит измученных на свободу по всему лицу земли. И здесь, в Украине, и в Египте, и в Африке, и в Латинской Америке, везде, в Индонезии, по всему лицу земли. Читаешь, слушаешь, смотришь, да, думаю, вот это да. Информация со всей планеты, друзья, что везде, действительно, по всей земле славится имя Христа, славится имя Господа. И Иисус сказал ведь, что Его второе пришествие будет ознаменовано самым широким таким вот просто евангельским действием, да, проповедью Слова Божьего и проповедуют все Евангелие Царства всем народам во свидетельство им. И, друзья, сегодня мы живем во времена исполнения этих пророчеств. Это великая честь жить в это время, друзья. И тот огонь, который горел в сердцах верующих тогда, в древности, сегодня он горит в наших сердцах.
это благодатный, святой, настоящий, неподдельный, настоящий огонь. Настоящий огонь, который ничто и никто не затушит, друзья. Это действительно Божий святой огонь в сердцах верующих. И он нас изменяет. Он нас, как вот красивое выражение есть в восточных мистиках православных, обожает. Он нас действительно, как вот мудрецы говорили, проповедники в древности, что Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Вот этот огонь, он нас обогатворяет, он нас обожает, как вот в древности выражение такое было. Он нас освящает, благословляет, к сверхъестественной жизни зовет. Друзья, и когда снова и снова вспоминаю тот исход, первый исход, Египет древний, где все начиналось, друзья, Бог призвал на свободу. Бог призвал к свободе рабов. И не только рабов, всех призвал к свободе. Друзья, евреи, многие откликнулись на этот призыв. Многие, к сожалению, не откликнулись на этот призыв. Потому что вот, есть еврейское предание, будем так говорить, да, которое говорит нам, что лишь одна треть вышла из Египта. Есть разные другие мнения, больше, меньше. В основном сейчас говорят так, что две трети вышло все-таки народа, значит, из Египта. Точно мы не знаем, сколько вышло в процентном отношении евреев из Египта, но мы знаем одно, что на место отпадших неверием Бог привил верою с разных народов нашей земли, получается, да, нашей планеты тогда, потому что Египет был центром цивилизации тогдашней человеческой. Там проживали очень разные народы, там можно было встретить очень представителей очень разных народов. Так вот, из разных народов, проживавших в Египте тогда, действительно Бог призвал тех, кто поверил Ему, кто пошел за Ним, кто решил выйти из Египта. Если рабам терять было нечего, кроме цепей, как говорится, то многим из этих людей, египтянам, было что терять, было что оставлять, но они пошли, потому что они поняли истину. Истина в том, что действительно, даже если он свободный, будем так говорить, он все равно раб. Если он без Бога истинного, без правды Божьей. И многие осознали это, как один евангельский верующий написал, мне вот эти стихи все очень сильно, как иллюстрация нравится. «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». Это в Петропавловской крепости еще 100 лет назад написал один евангельский верующий, узник совести. Вот, когда при Керенском освободили всех узников совести, там, то, значит, вот на казематах были всякие надписи, и вот кто-то не подписавшийся евангельский верующий какой-то написал вот такие стихи. Другие, дальше я не помню стихи, но вот это мне запомнилось очень сильно, что со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма. Друзья, и действительно этот огонь веры, благодатный, настоящий огонь, он совершает великое чудо. Он сделал возможным то, что весть о Христе Иисусе сегодня распространилась по всей планете. Весть о Христе Иисусе сегодня даже в самых отдаленных племенах, в самых отдаленных народах звучало Слово Божье и звучит Слово Божье сегодня. Слава Богу! И это великое благо, друзья мои, для этой земли. Потому что Господь приближается, Господь грядет. И действительно, Он хочет не поразить проклятием земли, не чтобы ожесточены были сердца людские, но наоборот, размягчить хочет сердца людские своим святым присутствием, своей благодатью. Слава Иисусу Христу! Друзья мои, братья и сестры, пусть Господь Бог благословит своим вот этим огнем. Этот огонь, он пусть разгорается в нас, пусть не затухает, даже если у кого и затухает. Пусть этот огонь он разгорится вновь. Будьте с Богом всегда. Любите Господа. Любите Его. И это в этом все для нас, действительно. Взираем на Христа Иисуса. Взираем на Господа Спасителя. Вот страхов не боимся, потому что это совершенно любовь изгоняет всякий страх. Это совершенно любовь исцеляет нас, освобождает нас, благословляет нас. Вот, и в этом наше, действительно, наше христианство. Только в Иисусе Христе. Наше христианство – это сам Христос. Уберите Христа – нет христианства. Все. Оставьте Христа. Уберите все остальное – это христианство. Вот христианство – это Христос. Христос – это христианство.
Друзья, никак иначе. Вот, и все остальное — это уже просто философия, демагогия, богословие, которые часто уводят в сторону человека. Вот, но первые верующие это понимали, должны это осознать, и верующие в последнее время. Первые верующие это очень четко осознали. Вот, дай Боже и нам это осознавать и в этом жить. Слава Богу, всегда-всегда. Братья и сестры, и пусть каждый из нас, каждый из верующих, вот кто сегодня в собрании, и кто не смог быть с нами сегодня, но духом с нами, в молитве сегодня с нами, пусть каждый из верующих действительно дойдет до конца в этой вере своей, прославит Господа Иисуса Христа. Этот огонь, он, конечно, мы хотим, чтобы этим огнем загорелись и наши семьи, да, наши родные, ближние. Вот сегодня молились за неверующих, да, людей. Что это? Мы хотим, чтобы этот огонь веры, любви, да, надежды, он горел и в их сердцах. Чтобы они не ожесточались, чтобы не закрывали, чтобы не рушилась их жизнь, а чтобы, наоборот, созидалась Богу. Слава Христу! Благословляю вас, друзья мои, братья и сестры. И скажу, что... Так-то много хотел что сказать, но, наверное, самое основное сказал, в общем-то. Самое основное, что... Остальное примите в духе. Потому что, знаете ли, много слов говорить тоже, оно как бы бывает, как на Востоке говорят, да, Хаджан Саидин говорил, сколько ни говори халва, халва, да, во рту сладко не станет. Пока сам не попробуешь, поэтому, действительно, те, кто пробует Господа и вкушают Его, те знают, что Он благ. Те, кто еще только принюхиваются, как бы, значит, там, как бы, мой совет, вкусите его, попробуйте. Значит, не будьте просто наблюдателями вот этого пира, а вкушайте его сами, вкусите, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. Настоящий огонь тогда загорится в сердце человечества. Настоящий, ни с чем не сравнимый. Настоящий благодатный, который действительно совершает то, что, как вот тот пример, когда вот, даже самые непримиримые враги, да, значит, могут примиряться. Даже когда, значит, ну, казалось бы, все разрушенное может созидаться. Я помню, как мы однажды со студентами библейского института, там были на экскурсии, там лавра, там много мощей всяких и прочее. Вот, и, знаете ли, когда мы, так получилось, дискутировали там после этого, после экскурсии, с семинаристами, первый класс семинарии. Я смотрю, ребята молодые, хорошие ребята, будущие священники православные, думаю, здорово. Но они были настроены так, что, значит, как бы, их так научили. Молодые ребята, но, как бы, их уже учили тому, что только лишь мы правильные, все остальные плохие, только лишь мы хорошие, только лишь у нас благодать, только лишь у нас Бог. Ну, такие чисто сектантские такие мышления, образ мышления. Я сам в этом жил раньше, я это прекрасно знаю. Я, как бы, их поэтому даже не сужу, я знаю, что сам в этом всем был. И вот, и знаете ли, и когда там, значит, один парень там у них, значит, семинарист этот, значит, такой, видимо, неформальный лидер, он, значит, начал говорить вот так и так, наша вера истинная, правильная, потому что у нас там мощи не гниют, значит, там долгое время, у нас, значит, там огонь сходит в Иерусалиме на Пасху, и икона плачет, что-то еще. То есть он начал говорить такие вещи, ну, около христианские, даже не христианские, просто которые выдаются за христианство. Я понял, чем напичкано его сознание, думаю, страшно. Но я сам был таким, я прекрасно это понимаю, я сам был таким. И мне очень жалко стало, ну, этого парня и других ребят этих. И я сказал им такие слова тогда. Говорю, знаете, я привел в пример. Там у нас были студенты, и один был особенно такой уникальный, Андрей был, уникум просто. Из Мариуполя, бывший наркоман, который много лет там наркоманил, и как бы он еще с советского там времени наркоманил, когда не было официально наркомании. Вот, значит, и так получалось, что он уже помирал, значит, и стал уже не просто животным, а уже стал овощью стал. У него не было мозгов, какие-то месяцы вообще не было мозгов, то есть у него был кисель в голове, то есть он превратился в овощ. Вот, и потом, когда там в Мариуполе наступил, это было середина 90-х, значит, начало 90-х, середина 90-х, наступил мор среди наркоманов очень большой, то есть каждый день там десятки трупов были. То, значит, решили с больницы их вывозить и отвозить обратно, ну, по домам возвозить. Вот, значит, и чтобы они помирали там где-то.
И в основном оставляли под мусорниками, прямо на простыне этих наркоманов, потому что никому они были дома не нужны. Вот. Ну, такие страшные истории. Люди в белых халатах, но с черными сердцами, к сожалению, так вот поступали. Знаете ли, и, значит, и вот там Андрея, он стал как черный такой негр толстый, он весь, у него уже заражение крови, он стал весь такой толстый и черный. Его, тем более он овощ, у него в мозгах ничего нет, мозгов нет, просто кисель в голове. И его на простыне, там возле мусорки, значит, там на этажках, подъезд такой, значит, и вот возле мусорника его оставили и уехали. Вот, значит, врачи уже попрощались, думали сейчас, ну, ему часы оставались жить какие-то максимально. И вот, а повезло мне в чем, что рядом, там другая, ну, другой дом был, микрорайон такой. Значит, и там была бывшая варочная квартира, где наркоманы все собирались. Вот, значит, но там было пробуждение такое в этой квартире. И, значит, ну, квартира такая, значит, без дверей, там, ну, такая была открытая, да. Значит, и, знаете ли, и там началось пробуждение. То есть люди стали молиться, каяться, исцеляться. И там появилась такая ячейка, значит, да. Бывшая варочная квартира превратилась, значит, в христианскую такую группу там. И вот, значит, и там Свет Миру, церковь, какая-то еще церковь, такая харизматичная, молодежная. Ну, там в основном все бывшие наркоманы, алкоголики, сутенеры, там, значит, там, и ну, порядочные грешники в раз-два обчелся там. Будем так говорить. Ну, я там бывал, проповедовал, просто я знал этих ребят просто. Вот, значит, они там где-то собирались, там, кричали, орали. Вот. Там познакомился с участковым. Хороший офицер, молодой офицер. И он говорит, ну, я, говорит, человек такой, ну, к Богу я... Уважительно, говорит, много для меня странно, говорит, что, говорит, значит, когда здесь была наркоманская, значит, варочная квартира, ни одной жалобы не было от соседей. Как только стали молиться, столько жалоб пошло. Ну, так знали, наркоманов не бьют, значит, а крестьяне только были оставляют, и все. Вот, ну, короче, вот такое у них было пробуждение, значит. И вот, и, значит, и я там у них был как раз тогда в гостях. И вот, значит, и этого Андрея приволокли прямо на этой же простыне, вот такого толстого негра тогда, значит, приволокли, значит, туда, значит, значит, на квартиру. Думали, ну, помрет, только там помрет, значит, послушать слово, за него помолиться. Вот, а он овощ, он просто овощ. И на молитве Бог совершил чудо. Он пришел в себя, этот человек, значит, во-первых, а во-вторых, не помер он, значит, да, даже что-то повторял, там, то есть у него сознание стало возвращаться. Уже первый же, тот же самый день. Потом ему рассказали, что раз ты понимаешь, реагируешь, что, значит, пойми, что мы тебе не все рассказали, что Иисус не только твои грехи простил, но и Он, значит, вообще-то исцелил тебя, просто прими это. Одним словом, через, не буду так, времени просто мало уже, он через несколько месяцев пришел к врачам, тем самым, которые на простыне его возле мусорки, значит, оставляли, за справкой, значит, о трудоустройстве, значит, потому что там реабилитация, у них там реанимация, ну, реабилитация и адаптация. Вот. И, значит, младший персонал там аж в обморок бросался, потому что они знали, кто такой. Его обследовали, признали у него новый головной мозг вообще. Киселя никакого не было, притом мозг был без повреждений. Ну, опять-таки, хотя белые халаты на них, но черные сердца были. Никто из них, из врачей, не согласился подписаться под формулировкой новый головной мозг. Вот, значит, отправили в Донецк, там тоже, к сожалению, отказались. Потом в Днепр отправили, Днепропетровск даже. Отказались. Дошел до Киева, представьте себе, до Киева. И здесь, в Киеве, уже в Академии наук медицинской, один профессор, он сам греко-католик, говорит, я как человек, конечно, верующий, но говорит, пусть надо мной смеются, но я подпишусь под этим, вот, потому что десятки проверок перед тем показывают, что у вас не было мозга, вы овощ, ну а здесь у вас, значит, новый головной мозг, без следов повреждений вообще. И плюс еще у него всякие были гепатиты, они исчезли, его кровь была чиста, у него были гнилые кости, суставы, значит, но кости были здоровые, то есть, сверхъестественно. И когда мы с ним были там, значит, в институте на экскурсии, он был один из учащихся этого еврейского института. Значит, и понимаете, а, кстати, я расскажу еще, что было потом было вообще кино, чудо вообще. Вот, он после уже института познакомился с одной девушкой из этого тоже института, закончившей этот институт, тоже бывшая наркоманка, проколовшая все, и честь, и совесть, значит, там, и в одних трусах ее доставали из подвала. Вот, значит, прошла и грымы-рымы, все. И представьте, Бог ее, значит, спас, значит, и так посмотришь, красавица, даже не подумаешь, что вообще вот такая судьба у нее была, представляете, вообще. И у них ребенок родился, когда врачи были в шоке.
Но ребенок здоровый, без последствий, без там всяких там этих заразы, без чего-то еще, о чем стращали их врачи. Я к чему это рассказываю? Когда ребятам, тем семинаристам я это рассказывал, ну и сам Андрей еще там рассказывал, потом еще мариупольские там были еще ребята некоторые, они вышли и другие страшилки рассказывают давай, что дошли, я говорю, честно говоря. Вот. И потом я вижу, как эти ребята, семинаристы, будущие священники православные, которым мозги промывали вот тем, как бы, в Иерусалиме, мол, огонь, там, значит, там, мощь не и прочее, всякая ерунда. А представляете себе, значит, какие у них были красивые лица в тот день, когда они смотрели, в тот час, когда они смотрели, вот, и слушали эти свидетельства. Настоящие, уже, это не подделка вам дьявола, это настоящие чудеса, Божий огонь, настоящий. И после этого я взял, как говорится, инициативу уже. Они, ребята, молчали, я сказал им, этим, говорю, братьям, говорю, семинаристам, братьям, говорю, знаете, если бы в моей церкви, в храме, допустим, я служу, если бы не просто на Пасху, а каждый служитель сходил бы вещественный огонь такой, о котором вы рассказываете, что якобы он сходит в Иерусалиме. И говорю, даже если бы не отдельные члены моей церкви после смерти не разлагались бы, а была бы целая ну, не знаю, галерея перед храмом там, бывших членов моей церкви, значит, там, мощи множество. Мощная церковь такая была бы, знаете, вот. Но, я говорю, для меня это все было бы меньшим чудом, чем вот это одно, говорю, но живое. А почему живое чудо? Потому что у каждого свой почерк, да? У каждого свой почерк. У Бога истинного, настоящего, не который с маленькой буквы в Библии написано, а который с большой буквы, заглавной. У него есть свой почерк. Это жизнь и жизнь с избытком. У маленького Бога, с маленькой буквы, который есть сатана, дьявол, да, значит, его почерк – это украсть, убить и погубить. Вот это его. И, значит, и знаете ли, друзья, настоящий Божий огонь, он совершает великие деяния. Деяния апостолов, да, согласен. Но по правде, положа руку на сердце, это деяния Духа Святого. Да, через апостолов. Вот правильнее сказать. И, вообще-то, и вся наша жизнь, это не только наша жизнь, дамы и господа, братья и сестры, это жизнь Святого Духа уже. Через нас, в нас и для всех нас. Слава Иисусу Христу. Благословляю вас, благословение священников, братья и сестры, давайте встанем, друзья. Благословляю вас, благословение священников. И пусть действительно свершится воля Божья в наших судьбах. И пусть этот благодатный святой огонь горит в наших сердцах всегда, всегда. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еврехе Адонай ве ишмареха. Во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Благослови Господь своим святым огнем нашу жизнь. Пусть этот огонь веры, любви, Господь, он пламенеет. Позволь нам Духом Твоим пламенеть и своим Духом пламенеть в Твоем Святом Духе. И пусть наша жизнь будет деянием Святого Твоего Духа. Аминь. Аминь. Аплодисменты Отцу, Сыну, Святому Духу, Богу нашему Святому Духу.